Ребята, рекомендую канал Иван Бондаренко. Тут вы увидите веселые распаковки и самоделки, гомункул из фанты, кинетический песок, свинка Пеппа Каннибал. Смотрите сами, ссылка в описании. А всем привет, с вами Тимон, и вы на канале веселых распаковок товаров из Китая, где в каждом видео у нас крутой розыгрыш для моих подписчиков. Хитрые, как всегда, пролетят, а как нужен положительный комментарий, все условия в конце видео. Ребята, я не дома, я у бабушки в деревне, поэтому у нас сегодня такой выпуск природный, на улице. Дома, к сожалению, нет возможности снимать. Короче, приехала ко мне посылка, но, блин, не могу пробить трек, что это, когда заказывал, ну не помню. Щупаю, что-то такое мягкое, короче, непонятно. Давайте уже и раскроем, и узнаем, что там внутри. Так, что-то выпало. Курочка? А, блин, стой, говорю, да постой же ты! Блин, еле поймал эту курицу. Не могу понять, что она так взбесилась. Смотрите, на ней шапочка какая-то. О, блин, прикольно, а что под ней? Ребята, столько видел этих куриц на ютубе, и курящие курицы, и курицу, которую сварили, но курицу шахит еще не видел. Смотрите, у нее тут записка, кстати, во рту. А ну давайте глянем. Ты нам должен денег, и мы тебя наказим. Китайская мафия. Блин, ребята, я начал понимать, что происходит. У меня есть старое видео на канале. Вот вам ссылочки для понимания. Вот здесь вот кликните. Зайдите и посмотрите. Я когда-то заключил контракт с китайской мафией и получил от них взамен станок для печатания денег. А так как я очень люблю денег, ну что тут поделать? Ну люблю я деньги. Долю их еще, кстати, я не отдавал. Вот за мной, наверное, и прислали курицу шахида. Наверное, взорвать меня хотят. Ребята, я тут подумал, а что если мне опередить эту курицу и самому ее взорвать? А, что скажете? Короче, ребята, все это, конечно, шутки. Я еще не отошел, наверное, от 1 апреля и от пранка с костяшкой. Тем более на видео со станком для печатания денег все почему-то повелись, подумали, что это правда, блин. Хотя этот прикол для фокусов гуляет по ютубу уже год. Почти все поверили в тот ролик, мою личку заспамили в комментариях, кстати, вообще одни приколы. Посмотрите, зайдите обязательно на это видео, отпишитесь в комментарии для наивных, чтобы они больше не велись, блин. А теперь курица. Короче, заказал я самую маленькую, М размера, хочу поприкалываться у себя тут в деревне и в конце видео ее взорву. Поэтому смотрите видео до конца, тем более еще в конце конкурс у нас. Вот наша курочка, видео про нее уже миллион на ютубе. Курочка, кстати, знаменитая, хочу ее взорвать, вроде еще ее не взрывали. Нацепим на нее этот пояс шахида из петард, а в рот засунем эту огромную петарду. Ну а перед тем, как ее взорвать, посмотрите, как на нее реагирует домашняя живность. Смотри, от маски ни хрена не осталось. Попекло немножко галстук спереди и на сраке дыра. Офигеть, вот это реально бабахнул.
Да, крутяк. Курица Шахид, короче, жесть вообще. Ну, блин, она реально все выдерживает, офигеть. Блин, ну то они шахиды, они все выдерживают. Короче, курица улет, ржачно было с индюками. Ссылочка, кстати, на курицу будет в описании. Заказывайте ее, курица смешная и знаменитая. Если хотите, чтобы я заказал такую же, но огромную маму этой курицы, напишите в комментариях: «Тимон, закажи». И сразу подкрытие, что мне с ней сделать, как над ней поиздеваться. А теперь условия конкурса. В каждом видео я разыгрываю один CSGO, купленный Steam, или лицензию премиум аккаунта Майнкрафта, если не нужен CS. Чтобы получить игрухи, подпишись на канал, поставь лайк этому видео, напиши положительный комментарий. И итоги подведем, когда на видео наберется 2000 лайков. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Делись с друзьями этим видео, буду рад вашим лайкам. Подписывайся на канал и на группу тоже. Там все результаты конкурса. И всем удачи, пока-пока. Ни хрена не осталось. Где? Да, курочка почила, все. Больше ее нет. Давай искать. Короче, вот ее башка реально.